Сегодня 24 апреля, и я нахожусь на Майдане Независимости. Сзади меня находится Дом профсоюзов, который пострадал несколько лет назад. Сегодня фасад этого здания реконструируют, и уже к Евровидению 2017 это здание будет натянуто символикой конкурса. Вся дорога, которую вы сейчас видите за моей спиной, по которой ездят машины, будет перекрыта, и на месте этой дороги будет установлена центральная фан-зона в центре столицы. 5 лет назад, когда в Киеве проходила Евро-2012, эти часы были украшены в символику чемпионата. На сегодняшний день у меня нет точной информации, будут ли украшены эти часы в Евровидении 2012. На сегодняшний день над фан-зоной еще не началось строительство. Дорога еще не перекрыта, а машины продолжают свое движение. Помимо того, что отсутствует какая-либо внешняя подготовка к конкурсу, я в самом центре Киева не нашел ни единого плаката, вывески или рекламы с конкурсом. На сегодня я с вами прощаюсь, но завтра мы снова с вами увидимся, и я снова приеду на Майдан Независимости, чтобы показать вам ход строительства центральной фан-зоны. С вами на протяжении этого видео был я, Вова Гура. Увидимся завтра на канале Инстастудия. До встречи и пока-пока.